Доброе утро, друзья мои! Начинается понедельник. Следующая неделя нашей жизни. Сегодня понедельник, базарный день. Будет куча вкусных фруктиков. А я сейчас после йоги быстренько отправлюсь на море позагорать. Всем привет, друзья мои! Девушка приехала. А вот и я, друзья мои. Боже, помоги мне. Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом. Я на базаре, друзья мои. Вот это вот цены. Ну ничего, скоро уже упадут цены, будет по 5, я уверена просто. Иду сейчас на море. Так быстренько сделала обзор. Потом Ашкин сам пойдет на базар. Так что, мои дорогие, вот такие вот у нас планы сегодня. Пока не переполнено с утра. Вот тут яички продают домашние. Сырочки разные. Посмотрите, как все чистенько. Как все чистенько, видите? Маслинки. Вот такой базарчик у нас. Привозят его по понедельникам. Кто еще не знаком со мной? Как вы видите, сегодня я одна. Ну, не захотел муж, не буду же я его все время под свою дудочку подстраивать, не так ли? Скажите, человек должен сам прийти к такому шагу. Вообще так немножко посижу с вами, поговорю, так мыслить. Он не может все время под меня подстраиваться. Я сначала разозлилась, а потом думаю, нет, Светлана, ты не права. Так не должна реагировать на Эндера. Пускай хочет, поспит. Завтра пойдет с тобой. Воскресенье я отдыхала от камеры, от всего, от телефона, занималась своими делами. Ну, у меня было достаточно видео, и ничего нового в доме не покажешь. Ну, что вам показать в доме? Одно и то же, как покушали, как чай выпили, как кофе выпили. Надеюсь, что сегодня будет интереснее, более день. Вот иду на море, покажу вам красоту. Я удивляюсь, что никого нет. Посмотрите, сколько целлофанных пакетов. Вот я села здесь. Боже, этот целлофан засоряет весь мир. Ну, посмотрите, все в этом. Это же все. И я смотрю, слой такой грязи здесь. Вот кто-то бы был патрон, хозяин, почистил бы это все. Но кому это надо? Ладно, пошла я дальше купаться. Пришла я на море. Море сегодня беспокойная и немножко грязноватая, пенистая какое-то. Но ничего, кто хочет купаться, скупается. По-моему, шторм был. Почему так здесь все? Что за беспорядок? А тут туалет делают. Я смотрю, двери вот ставят люди. Вот. Женщины там, одна сидит на камнях, вот еще купается мужчина. Но все море такое какое-то пенистое. Но я все равно пойду купаться. Мой любимый Ашким Гельды, Биртаны, что ты принес? Негю тюрдусе, неалды, намагаштер Ашким визим аркадаштер. Что ты принес? Здесь я положила мясо. Мясо. О, карпуз! Девочки, мальчики, моя мечта сбылась. Мой, 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 мой. Ашким. А вот и я, Сашкин. Спасибо, спасибо, спасибо. Помаду тебе сделаю. А за ним не дан сентер ли ты? Букет çok güzel. Şey aldım. Вот такая вот я. Tadına baktım aldım. Güzel. Ne kadar sen söyle şimdi. Bu kilosu 5 lira. 5 lir. Bu aşkı da мой золотой, как приятно. Я же, так люблю. Ашким, булочки там? Да, че, пазара гиттик. Пазара гиттим, я. Сейчас у Злевана поговорит он, потом продолжим. Что за шума драки нет? Вы видите, машина приехала с грузовиком. Бедных людей опять разогнали всех. Тут было так много продающих. А вот сейчас все свернули, и быстро-быстро они предупреждают. Хорошо, хоть предупреждают. Ну, а я вам покажу сейчас. Вот тут я понавесила. Постирала полно. Сейчас надо покажу вам, что Ашким принес базара. Продолжим. Он только сейчас закончил разговаривать со Злемом. Ну, а я, вот и я записывала очередной видео на бизнес-канал.
И вот так нарядилась. Ашка им гели белир мысын? Сейчас расскажу. Посмотрим, что нам скажет и покажет Ашкым. Эндер! Гелин? Мой Эндерчик. Говорит, сейчас пойду за огурцами. Ну, рассказывай. Нэ? 4 лиры килограмм стоит... Танес 5 лир. Кабак. Одна штука 5 лир, дыня. 10 лир килограмм. 10 лир килограмм. Хорошая клубника. Сколько? Кач? 7 лир стоит абрикосы. Бананы? 10 лир, отлично. Мушмула? 5 лир, мушмула. Помидоры? 3 лир. Так, бубиберный кадар биркилосы? 7 лир. 7 лир килограмм. Панджар? О, панджар, пейденди, наш кыма. 4 лир. Понравился ему панджар. Карпус, ашкым, карпус, карпус, не надо. Как я обожаю его. 30 лир. Кач кило. 30 лир дал за кам. Ну, хорошо, молодец. Наконец-то. Ву. 5 лир килограмм. 4 лира. 4 лиры мару. 4 лира. Ага. Аферин сен. Şimdi? Yani burası 100 lira. 100 lir вот в этот стол стоит. Ну, арбуз, карпуз çok pahalı. Ama 70 lira ne orada? Çok sen dedin. Sadece meyveye bak. Muz. 10. Я говорю, что тут много. 7, 17, 20. Kayseri, Kayseri. 30. Да, да, evet, evet, evet. Все. Мушмула diyorsunuz ya siz. Да, 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 правильно. Bu için 32 lira verdiniz. Ага, şimdi salatalık lazım köylü biraz. 15 lira muz. Все понятно, anladım aşkım. Tamam, yani, tamam. 10 lira ama ben 15 lira verdim. Tamam canım. Özlem ne dedi? Özlem что сказала? Gelecek mi? Özlem evi değiştirmiş. Aa, сделала перестановку. Kablolar. Ne zaman gelecek bize? Yemek masası. Стол для еды. Yemek masasını salona almış. Aldırmış. Перенесла в салон. Evi değiştirdim diyor. Güzel. Çok değişti ev diyor. Все переизменила. Geleceğim demiyor. Ne zaman? Gelin görün diyor. Ha, tamam aşkım, yarın gideceğiz. Tamam. Allah biliyor. Tamam. Sana kalkalım mı? Evet, все. Ben gidiyorum. Buna. Пошел он еще. А я тут быстренько. Как хорошо, когда этот нету ковров. Так быстренько все. Чик-чик-чик-чик. Каждый день у меня начинается с утра. Ну все, мои дорогие. Пока все. Что-то будет интересное, еще вам покажу. Друзья мои, смотрю на себя в зеркало. И думаю, какая Светлана молодец. Почему молодец? Эти брюки, как на мне висят. Вы видите, вот. Могу показать вам. Я специально надела ремень, чтобы их не потерять. Вот какие результаты у меня. А это домашняя кофточка. Я как-то... Она была такая вся обтянутая. А сейчас вот все висит. Нету боков. Отлично. Ну, в общем, смотрите сами. Так что какие котлеты я кушаю. Настроение, стимул вообще супер. И фрукты кушаю, и не голодная. Просто поменяла питание. Начала кушать то, что раньше игнорировала. А также делаю йогу. Йога это замечательная. Вот пишите мне, я вам дам ссылку, вы просто обалдеете. Полчаса каждое утро в день, и вы себя сильно не натруждаете. Вы живете обычной жизнью. Утром просто уделяете себе внимание, время, на себя любимую, любите себя. Как нас учат, Светочка умница, Света хорошая девочка, да. Катюша нас учит. И все. Ручки тоже уже сами накачиваются. Я уже стою без помощи рук. Когда я лежу, потом покажу все отдельно вам. Никак не дохожу до этого, потому что очень много дел. Так что вот смотрите, как я похудела. Раньше я худела с помощью диет, моей диеты, которая у меня есть видео. Но сейчас я, естественно, много во всем себе отказывала. Сейчас я ем все подряд. Вот сейчас на вечер я приготовлю тантуни из мяска. Его потушу и заверну в листья салата, а не в хлеб. Ну, можно и в хлеб, я тоже кушала и с хлебом. Все равно есть результаты.
И даже кушаю конфетки уже, и кофе пить стала. Ну, хочется иногда. Хотя я понимаю, что не пив его месяц, я уже осознаю то, что в нем нет никакого вкуса. И вот такой загар мне сегодня я приняла. Очень супер. Опять вернулся с покупками. Что сегодня он купил? Огурцы некадар, салаталык. Салаталык-то ищура. 3 лиры. Перец красный. 8 лир. Батлиджан. 3 лиры. Эльма. 5 лир. Угу. Вот такие вот у нас покупки не заканчиваются. Молодец, спасибо большое. Спасибо. Ой, золотой. Ашким опять пришел, принес что-то. Посмотрите, Ашким, нет где тебе? Bu elma kurusu, kuş burnu kurusu, kuş burnu. Kuşun burnu. Hiç görmemiştim. Я не знаю, что это. Kuşun burnunu. На него какой деловой? Kim koymuş bunun ismini bilmiyorum ama kuş burnu. Не успеваю убирать, он все несет и несет. Домates ne kadar? Domates. Domates 4 lira. А это он принес королек сушеный. Иногда, знаете, вечером хочется сладкое после ужина. И так не ем. Конфеты нельзя. И вот он принес немножко такое твердое, но можно разжевать. Еще этот принес он яйца. Ашки. Насыл. Сухак-то не вар, не йог. Сухак-то му? Араба вар. Машины, говорит, есть. Инсаннар вар. Люди есть. Гюсы. Почему ты здрасте не сказал? Привет. Привет. Мои хорошие. Отлетли меня. И он стесняется, что он, а? Отлетли. Что он расстегнутый. Вами насыл сын Сэрлидир. Все надо стирать. Вторая сорочка сегодня. Так из кавы идем, где? Разошелся. Ну и да, Нашка? Трамп казался образом, где? Мотоциклет из Ерчарта. Это, говорит, компот варить. Бала, бая, чекар ты, Нашка. Чекар, чекар. Тамам, Нашка. Тамам. А чек ты мы? Уже 5:30. Друзья мои, вот это мясо я буду жарить. Хорошее мясо. Буду скоро жарить тантуни. Сегодня на ужин решила приготовить тантуни. Мы же не хотим кушать, поправляться. Вот смотрите, какой у меня тантуни. Все в лист заворачиваю. Кусочки мяса. Мясо обалденное мы купили в тот раз. Последний кусок. Вот. Картошечка у нас есть отварная. И этот бурачок, видите, как сыр еще есть, никак не можем доесть. А вот здесь мяско. Вот так накрываем, чтобы тепленько было. Ашкему. И вот айран. Вот так вот мы кушаем. Приятного аппетита. А Ашкем вот сделал. Гюстер Ашкем насос. И черинда, и черинда. А, вот такой тантуни кушает Ашкем. Приятного нам аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами были Светлана Эндерата. Пока-пока.